Также имам Ахмад и Тирмизи передали хадис от Абу Дарда, радиаллаху анху, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям, от пророка алейхи ва саллям, что он сказал: «Аля унаббиукум би хайри амаликум ва азкаха инда маликикум ва арфаха фи даражатикум». Рассказать ли мне вам о самых лучших ваших деяниях, самых чистых перед вашим, то есть господином, то есть Всевышним Аллахом субхану тааля, и самой высокой, то есть в степенях своей, своих, то есть деяний, рассказать ли мне вам о таких деяниях, ва хайри лакум мин инфаки аз-захаби валь-фидда, и что было бы для вас лучше, чем если бы вы давали бы, то есть расходовали бы из золота, из серебра. وَخَيْرِ لَكُمْ مِنَ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا عَنَاقَهُمْ. И даже лучше для вас это, чем если вы встретили бы своего врага, хорошо, то есть и вы бы били его, то есть по шее, и он вас, то есть вместе сражались бы, то есть между вами было бы сражение. Это лучше для вас, чем это все. И люди, естественно, сказали: «Баля, я Расуль Аллах». Естественно, посланник Аллаха: «Каля дикру Аллах». И тогда посланник, алейхиссалям, что сказал? Поминание Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Самое легкое на языке, но самое тяжелое, субхану. Кто занимается поминанием Всевышнего Аллаха, субхану тааля? Как это легко сказать? Просто ты идешь куда-то, вместо того, чтобы молчать, вместо того, чтобы хорошо, то есть с кем-то болтать непонятно о чем, или же просто читать вывески, или же хорошо, то есть стихи читать, песенки напевать и так далее. Намного лучше, чтобы что? Ты поминал Всевышнего Аллаха, субханаллах, субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, ля иляха илля Аллах, астагфируллах, астагфируллах, атубу илей, субханаллах, бихамди, субханаллах, аль-азим и так далее. Это намного лучше. И послушайте уроки шейха Ибн База. Послушайте уроки шейха Ибн База. Ему читает кто-то, он субханаллах, хавля ва куввата илля биллях, субханаллах, ля иляха илля Аллах, хавля ва куввата илля биллях, астагфируллах. 24/7 человек поминает Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, валлаху мустаан.